Казани стартовал очередной этап диспансеризации. План этого года более 200 тысяч человек, рассказали на совещании в мэрии. В прошлом году в поликлинике не пришли более половины. Однако многим тем, кто нашел время на обследование, спасли жизнь. У сотен человек обнаружили начальную стадию онкологии и тяжелое заболевание сердца. Все рекомендации врачей выполняют только пожилые. Согласно статистике, именно пенсионеры серьезно относятся к своему здоровью. На диспансеризацию пришли все. А вот молодежь либо просто проигнорировала, либо времени нашла. Поэтому врачи напоминают, проверить здоровье можно в течение года. Но лучше не откладывать. Многим диспансеризация спасла жизнь. Более 300 случаев первичного онкологического заболевания. Я не могу сказать, что это рак. Это раки, предраки. Диагноз будет окончательно установлен после обследования в республиканском онкологическом диспансере. Более 1000 заболеваний первично выявлен сахарный диабет первого и второго типа. Есть около десятка заболеваний легочных, достаточно тяжелых, которые могут привести к инвалидизации. Конечно же, сотни. Вот предварительно пока это заболевание ишемической болезнью сердца. К диспансеризации нужно привыкать, сказал начальник горздрава. Каждый сможет ее пройти раз в 5 лет. В этом году обещали исправить все ошибки. Основная задача, кроме того, что усилить качество проводимых медицинских осмотров, у нас были нарекания со стороны жителей, что в некоторых лечебных учреждениях диспансеризация проводится формально. Вот, мы на это обязательно обратим внимание. И еще раз повторяюсь, привлечь больше молодежи. А те, кто не хочет лечиться в государственных клиниках, может пойти в частные. 16 учреждений вошли в программу обязательного медицинского страхования. Мера эта вынужденная. В больницах не хватает узких специалистов. Поэтому бесплатно проконсультироваться предлагают в частных. Оплатит фонд ОМС при помощи полиса. Есть новости для мечтающих стать врачами. Мэрия намерена оплатить половину стоимости обучения 15 талантливым студентам. Одно условие – они обязаны 5 лет отработать в клинике по направлению. Эльмира Заляева, Альбина Батрушина, Равкат Зиединов, Вести, Татарстан.